еще на Армении. Ереван! Как давно я уже здесь не была. Ну, начала я этот концерт с песни, новой песни. Эту песню написала наша российская дипломат Мария Захарова, стихи. Музыку написала я. И эта песня стала началом моего юбилейного концерта 24 февраля. Мне исполнилось 70 лет. Назывался концерт «Сила моя со мной», но я потом поняла, что эта песня не только о себе, а песня о нас, что все-таки мы должны быть сильными, и что ничто в жизни не может нас сломить, поломать. Я надеюсь, что и вас никто не сможет сломить, и сила Армении, и патриотизм армянский не победит. Певец так себе, но лидер группы, звезды большие, ну а я среди них маленькая звездочка. Да. И сейчас я... Начнем сначала, и пойдем печаль. Друзья мои, скажите, как вы относитесь?
здесь? Цыганском. И буду жить, жить всегда.
Тише.